Если честно, никогда не представлял, как работает эта штуковина. Да проще простого. Раз, два, три. Как только вы услышите звук хрипящего тромбона, вступайте наверх! И еще раз предупреждаю, при любых искушениях вам необходимо соблюдать глубокое молчание. Папагено, ты понял? Кто на этом месте прервет молчание, тот будет наказан. Счастливо оставаться! Да понял, я понял. Поболтать нельзя. Все, молчи, молчи. Сейчас вы перекусите. Чего есть не хочешь? Ну и край, господи.